Всем привет! Также вопрос стоит на повестке дня, как понизить именно полигонаж модели, но сохранить какие-то детали в ZBrush. Так, что будем делать? Давайте теперь пока объединим именно так тело, это N. Выбираем голову, опускаем голову вниз. N, выбираем тело, тоже опускаем вниз, чтобы не запутаться. Теперь выбираем перчатки. Так, где они тут? Вот они, перчатки. Или даже перчатки мы, наверное, потом объединим. Так, там же у нас еще руки есть. Можно с руками сделать персонажа. Так что давайте, наверное, сначала перчатки тоже объединим, чтобы у нас полный комплект был вот этого персонажа. И объединяем, значит, голову. Делаем так, merge down. Он начинает матюкаться, потому что здесь не стоит del hidden. Там что-то отмечено на какого-то на какой-то subtool. Надо сделать del hidden. Все, вот он сделан. Это на теле что-то было спрятано. И делаем merge down. Так, все, вот у нас есть комплект. Что-то можно отключить. N, допустим. Все subtool отключаем. А вот именно включим еще один subtool. Это N штанишки и N. Так, штанишки включаем и вот эту блузку. Ну, чтоб уже точно никто не придрался. Выбираем N тело и делаем ему. Смотрим, что ему можно сделать. Ему можно сделать дубликат сначала. Теперь нужно вот это все склеить. Все вот эти полигруппы нужно сделать одной полигруппой. Делаем, значит, геометрии, делаем Dynamesh. Dynamesh делаем, давайте, на большой резолюции. Вот, 1 миллион. Ничего вроде ни такого не случилось, нигде ничего не порвало. Жмем C. Тут немножко нужно подкрасить. Вот так вот. Так, теперь персонаж. Этот вверх, этот отключаем. Так, здесь тоже чуть-чуть подкрасим. Вот так нормально. Все. Что мы можем делать? Мы теперь можем сглаживать вот эти вот части, потому что они уже спаялись. Все, это теперь одна полигруппа. И нам нужно всему вот этому делу сделать именно ZMesh, но чтобы лицо осталось именно, ну, как вам объяснить, более полигональное. Во. Что мы можем сделать? Мы можем сделать первое, что это Ctrl. И вот эти части, вот нам нужно, чтобы сохранились уши, именно уши, вот эта часть и нижняя челюсть, вот это вот. Ну и опять же лицо. Лицо должно быть четким. Вот до сюда. Так, смотрим, чтобы никуда больше не залезть. Ну, вот так пойдет. Делаем Ctrl-W. Означаем одну полигруппу, еще одну на лицо. Вот теперь у нас лицо, это другая полигруппа. И мы теперь вот должны сделать ZRMesh. Мы отключаем лицо. Вот это. Смотрим сетку. Так, сетка у нас плотная. И вот так с отключенной вот этой полигруппой мы будем делать сейчас именно ZRMesh. Так, находим ZRMesh. Ставим ему адаптив, и нужно вот подгадать вот этот полигонаж,
Пусть пока на пятерочке. Даже можно адаптив, если мы... Ну, давайте с адаптивом сделаем. Немножко придется, наверное, подождать. Так, и что тут получилось? Ага, вот этот косяк. Вот этот косяк. Мы сейчас будем исправлять. Вот этот. Смотрим, что да как. Возвращаемся. Ctrl-Z назад. Ctrl-Z. И назначаем, опять же, рисуем полигруппу. Тут получилось так, что внутри ухо не зарисовалось. И поэтому получилось вот такая как. Нам теперь нужно новую создать полигруппу. Так, 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 так. Рисуем ее. И теперь мы знаем, что у нас именно происходит. Так, вот здесь вот поменьше можно за ушами как-то. Вот так вот. Во. И покрасивее эту полигруппу сделать. Ctrl-Alt. Очищаем где не надо. Вот так вот. Назначаем Ctrl-W. Смотрим опять, что получилось. Все, ухо закрашено. Здесь должна быть одна целая полигруппа. Смотрим в глаза, что там у нас имеется. Вот еще один косяк вылез, да? Так. Назначаем по новой. Смотрим, чтобы даже в глазах все было закрашено. Вот она. Часть тоже не закрашена. Вот так вот. Ну и так под углами делаем, чтобы уже точно было. Так, все-все-все закрашиваем. Особенно в ушах внутри. И вот эту часть за ушами тоже проходим. Ну так побольше давайте возьмем. И опять же Ctrl и вот это вот подбородок. Так, вроде все тут назначено. Ctrl-W, сочетание клавиш, назначаем полигруппу, проверяем. Так, глаза на месте, сзади все на месте, нос на месте. Все хорошо. Делаем зеркалем и убираем вот эту вот часть полигруппы. Теперь мы уже делали, значит, ZRMesh, и ZRMesh показал, что вот этот поликонаж, он слишком маленький. Мы его чуть-чуть прибавим. И вот что у нас получается. Значит, сетка осталась на лице плотная, а тело стало низким полигонажем. Весит сейчас все это дело 66 тысяч полигонов. Я считаю это нормально. Так. Что нужно сделать? А вот теперь нужно сделать всему этому делу Project All. Так, Project All. Нанести детали. Но опять же ждем, смотрим. Так, отключаем. Сетку отключаем. И вот такой у нас персонаж. Жмем C. Тут у меня чуть-чуть нужно подкрасить. Вот эту часть. И получается, что персонаж-то у нас один и тот же. Ну, тут, конечно, шею чуть-чуть порвало. Вы видите. Ctrl-Z. Но это уже... Вот. Такая штукенция. Тоже есть, конечно, косяки, минусы. Вот такая штука. Шея стала больше. Значит, нужно делать по-другому. Так, находим. Опять же, где мы делали правильную полигруппу. Так, здесь вот уже с изменениями. Так, это тоже с изменением. Во.
И делаем теперь какую штукенцию. Находим геометрии и без адаптив, но прибавляем полигонаж. И делаем keep group. Вот опять выходит, что откуда-то тянет вот эти вот полигоны. Но сетка стала лучше. Ctrl-Z. Значит, делаем вот этой части Ctrl-W полигруппу. Ctrl-I. Так. И получается, еще вот этой полигруппе заново назначаем полигруппу, чтобы у нас не было еще каких-то полигрупп. Теперь, значит, что делаем? Так. А вот теперь мы делаем... The Remesher заново, короче, делаем и смотрим, что получится. С повышенными вот этот таргет полигоны нужно регулировать, смотреть, где больше, где меньше, какая сетка подойдет. Словом, экспериментировать надо и ждать. Вот опять откуда-то вылазят почему-то шеи. Сука, заебали. И почему-то шеи это все начинается и происходит вот такая кака, да? Ctrl-Z. Пробуем адаптив. Legacy 2018. Посмотрим, как это получится. Так, опять начинает все это дело чудить. Ctrl-Z. Что ей надо, я не пойму. Смотрим сетку. Сетка плотная. Давайте попробуем сделать, значит, уменьшить еще сетку. Заходим, делаем. Dynamesh опять же. Но уже поменьше резолюцию сделаем. тысячи полигонов. Ну, наверное, вот это должно подойти. И рисуем заново вот эту вот. Так, вот эту вот штуку. Так, здесь смотрим, чтобы все было выглажено. Давайте, раз тут что-то тянет, немножко попробуем подправить. Вот. Все. Рисуем опять же Ctrl, левая кнопка мыши. Вот так все обводим. Так, кисточку можно побольше поставить. И внутри везде... Каждую деталь нужно замазать. Так, опять же уши и внутри, и сзади должны быть все закрашены. Вот такой геморрой по сетке, чтобы сохранить ее. Так, еще мажем нос, уши, все мажем. Смотрим как да что.
чтобы и внутри ничего не пропустить. Под разными углами тоже смотрим. Ctrl-W. Назначаем другую полигруппу. Опять ставим все это дело. Вот это все дело. Убираем лицо. И пробуем делать опять Zero Mesh. Zero Mesh, Legacy, Adaptive. Так. Чуть-чуть поменьше полигонаж. Zero Mesh. Ну, опять же, ждем. Сейчас побыстрее все это дело будет. С миллиона. Все что-то тянуло. Может, Adaptive поможет, чтобы не вылазила никакая хрень. Во. Все. Гамми помер. 44 тысячи полигонов. У нас остается плотная сетка на голове. Теперь что мы делаем? Вы видите, что потерял цвет. Вот потерял цвет персонаж. Теперь мы включаем нижнюю модель и делаем Projectile. Накладываем на нее свет и всякие части вот эти вот. Так, теперь опять нужно будет ее C немножко тут подкрасить. Вот эту часть. Да, на затылке все-таки вот на спине остались какие-то артефакты. Не знаю, почему они по спине идут. Что-то связано именно с болванкой. Вот тут можно чуть-чуть выгладить, не сильно. О, поправляется сетка. Ну, где-то можно еще будет пролепить. Так, смотрим, что на шее. О, все. Результат достигнут. У нас получается модель с нормальной сеткой такой, но лицо для анимации, именно для других частей, ну, как событий, у нас остается высокополигональным. Теперь смотрите, что можем сделать. Мы оставляем лицо. И давайте понизим. Вот, кстати, лицо у нас 12 тысяч полигонов. Вот это вот. И давайте попробуем еще понизить полигонаж лица. Так, делаем опять же геометрии, делаем Zero Mesh, но прибавляем чуть-чуть вот этот полигонаж, потому что, смотрите, сетка какая получилась вот на этом полигонаже, который был. Вот такая. Нам нужна еще плотнее. Значит, мы что делаем? Мы включаем вот это вот лицо и прибавляем полигонаж, чтобы сетка была поплотнее. Делаем Zero Mesh, ждем, смотрим. И в принципе, если все получится, тема закрыта. Можно делать вот таким способом. Так. Получилось лицо у нас еще плотнее. 96 тысяч. Это нам не подходит. Нам нужно, значит, все это дело понизить. Zero Mesh опять жмем. Сохранение прошло. Ну, 64 тысячи. Вообще многовато, но модель будет вообще качественная. Вы видите, голова будет вообще бомба выглядеть. И нужно вот здесь вот регулировать. Ctrl-Z. Еще понижаем полигонаж. Получается, если у нас 12 тысяч полигонов, мы должны понижать. Иначе он будет повышать. Правильно. Опять Ctrl-Z. Еще понижаем. Так, вот так. И у нас вот
вся модель, вот эта вся модель, 34 тысячи полигонов. 2000 стала вот эта голова. Ctrl-Z. Вы видите, насколько можно разные детали теперь понижать. Перчатки, руки. 2000 нам маловато. В принципе, можно оставить вот 12 тысяч. Ну, хотя бы можно еще до 8 тысяч понизить. Давайте посмотрим, получится, нет. 44 тысячи. Это вся модель, а лицо 12 тысяч так и осталось, да? Значит, Ctrl... Ну, давайте на эту же сетку смотрим. Сетку. Посмотрите, какая классная сетка. Ну, за исключением, там есть, конечно, косяки. Ну, уши четко, лицо четко, губы четко. 12 тысяч полигонов вот это вот. Все это дело можно потом в Blender сделать Decimate. Допустим, отдельно отделить лицо и сделать Decimate. Или всей модели сделать Decimate, и лицо будет качественнее, чем, допустим, тело. И вот сейчас вот эта вся модель 44 тысячи полигонов. Если сейчас сделать вот эти штаны, перчатки, допустим, по 2, по 3 тысячи, да? Ну, в смысле, волос оставить, сколько там волос у нас? N волос у нас вот 8 тысяч одна часть. Так, N другая часть 7 тысяч. Ну, это можно децимейтом понизить, не принципиально. Ну, вот что я и хотел добиться, чтобы именно лицо было четче, чем наш вот этот персонаж. Во. Все, всем пока, до свидания. Теперь можно еще развертку сделать по полигруппам. Если мы ее нарисуем и назначим ей полигруппы, то можем зайти в Z-плагины и найти UV Master. Вот он, заходим в UV Master и делаем так по полигруппам Wrap All вот этот. Или Wrap ставим симметрия и полигруппы ставим. И ставим Unwrap. И делаем развертку по тому, как мы все нарисуем. Все, всем пока, до свидания.